Смотри, я стою такой. Что это за дичь такая, блядь? Военный смущается. Так погоди, это романтика на закате. Слышь, я случайно нажал на С, короче, чуть не умер от этого говна. Слышь, подожди. Ловко. Слышь, подожди, давай. Подожди, стой, Андрюк. Стой, подожди. Подожди, слышь, давай это персонажа выберу тоже такого же панка, как и твоя девчуля, и будем целый панками бегать. Ой. Слышишь, давай. Ты так, погоди, ты так проходишь, что меня камера, короче, в вагину прям туда засовывает. Ой, не ходи тут. Я тебя толкаю, кстати. Тебя толкаю. Это просто пиздец. Оттого у меня и неловкость, понимаешь? Я не могу, что за говно я так зажал? Что это за... А ты пробовал присесть? Присесть — это вообще жопа полная. Подожди, как присесть? О, присесть. А присесть и неловко сделать? Нет, а. Нет, просто присесть. Сесть на корточки называется. О. Братан, я не знаю, что это за говно, но почему-то это такой дебилизм. Эй, блядь. Я не могу, почему, что происходит? Ой, погоди, посидели теперь, надо неловкость создать. Смотри, смотри. Погоди, а как ты на картонах перемещаешься? Я сел и хожу на картонах. Типа махаешь, типа ты не на уровне глаз, типа вот он я. А чё у меня глаза желтые? Присмотрись. Попробуй камеру снизу поставить, чё у меня глаза желтые? Нет? Не знаю. Я не могу. Ой, так, надо палец вверх какой-то, палец вверх. О. Да, палец вверх. Ух, ё-моё, нифига себе. Нифига себе. Чё ты там... А чё так быстро бегаешь? Я не знаю, чё так быстро бегаю. Вообще, блин, жесть, бля, бегаю. Ни хрена. Ты насал кто-то в ботинке к настоящему панку. У меня неловкость, я медленнее бегаю. Чё ёпта? Чё ёпта? Посидим, подумаем. Ну шо? Такая хрень, да? Я встал и опять. Блядь, нету семечек. Семечек нету, чтобы это так пощелкать, знаешь, так. Так, погнали, погнали. Мне говорят, обыщите дом. У меня даже оружия никакого нет. Тут можно что-то обыскать? Давай поищем. У тебя дверь отодвинула. Двинутая дверь какая-то. Там смотри, ящики. Блин, а че так быстро бегаю? Офигеть. Ты что-то настроил, подожди, что так быстро? Я ничего не делал, все спокойно, тихо, я пойду на машине. А, понял, все, Андрюха. У меня получается, это у меня shift был. Ай, блядь, сука. Вот смотри, что лежит. О, что-то сигнальная шашка. Что он дает? Я не знаю, что он сигналит. Возьмем, короче. Так подожди, ты не все осмотрел. Мне говорят, дома блутает. Там что-то мне метку поставили. А мне тоже дома надо блутать. Я же тоже с тобой начинаю. А, тут лестница. Блин, тут... Ну да, у меня же персонаж нулевой тоже. Вот тут это, колодцы. Блин, как в DayZ. О, можно заходить в эти домики. Тут тоже можешь посмотреть. Что полезного? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то отвалилось, слушай. Что отвалилось? Вот пистолет. Какая-то хреновина. Это наши враги, я так понимаю. Ну да. А мне пистолет. Чё? Я хочу тоже пистолет. Дайте мне пистолет. Нам нужен пистолет. Маме и папе передайте, чтобы пистолет. Ну, можно выключатель юзать, прикольно. Ну-ка. Что тут дальше? Я, короче, упал и испортил себе здоровье. Ой, я бинокль нашел. Красавчик. Это же Биба и Боба. У одного пистолета, у другого бинокль. Но... Разведчики, застенчивая няша. Ау, слышь? Да. Ой, аптечки нашел какие-то. Короче, ты пистолет нашел, и аптечки. Буду тебя хилить. Пошли. Да, одна лечит, другая калечит, называется. А у тебя нету... Так я ж... Я же не девчуля бегаю, я панк. А вас, панков, хрен разберешь. Ты так быстро бегаешь, что не успевает твой пол определить.
О, еще какая-то фигня. О! Луноходы красные, тебе надо? Снижение шума. Луноходы? Я не знаю. Да нафиг оно мне надо, я мне мои панковские. Подожди, у тебя. У меня тут аптечка, слышишь? Да? А блин, да, разный лут у всех получается. У тебя у меня разный лут. Но я пистолет один, самое интересное. Ну что, будем меняться. Подожди. Хочешь, я буду за рукоять держать, а ты будешь на курок нажимать. Пистолет тут валялся, может, поел. Делай сразу застенчивую анимацию. Когда заговариваешь. Подожди, где она? Какой ужас. Ладно, все, погнали. Ну чё, ёпта? Погнали, ёпта. Погнали, давай. Пошли. Блин, подожди, стой. Я думаю, сейчас мы найдем что-то. Я сам плачу, короче. Так, тут в багажнике сумка. Я свой лут забрал. О, найти патроны в полицейской машине. Пошли патроны, задание. Наверное, задание сначала на всех. А потом оружие можно. Наверное. Вот этот рюкзак. 5 бинты. Блин, сейчас... бинтов этих куча. У меня уже 2 аптечки. Опа, тут... еще крабах какая-то. Тут что-то качаться можно вроде как. 32-й блин... калибр какой-то нашел патроны. А я не знаю, какой у меня калибр. Как посмотреть? Брюки в стиле панк красный с черным. Взять все. Не знаю, что... зачем это. Там, подожди, портфель был на переднем сиденье. О, патроны. Ну, одежда, собирай там, что есть. Давай все пока собирать, а потом уже будем сортировать, когда. Ну да, там будем начнется говно какой-то. Как скидывать там все. Так, а как инвентарь? Ага. О, можно капот открыть, прикольно. Ну, смотри, пихоль, да, можно копаться. Пихоль у меня какой-то Мюллер использует 32-й ACP. Поэтому, если найдешь такой калибр... Может, нам как-то передать можно, когда о, рядом стою? Нифига себе. Иди сюда, смотри. Я выкинул. Берем патроны. Сейчас, прикиньте, там рубашка какая-нибудь, кажется. Не, ничего нет, спасибо. О, смотри, машина за... Ух ты. Прикольно. А что это за фигня? А плавать нельзя, интересно? Я бы тебе дал подержать. Тихо. Я сдох. Парень, ты вообще-то прыгнул в воду прямо возле лодки. Давай застенчивую анимацию, потому что это жесть. Подожди, нифига себе, сдох сразу, телепортировался где-то. Так не, я думал, поплавать можно, а плавать, оказывается, нельзя. Надо было с лужи начать. Ладно, хотя бы с этой. Я весь лут, наверное, свой просрал, да? А где, как посмотреть весь... А, не, бинокль, аптечки, все у меня на месте, все осталось. Понял. Ой, найди уничтожить врага. О, у меня тоже... Короче, я понял. Понял. Это на группу дается, на группу. А, так у меня пистолета нет. Будешь ты уничтожать его? Там осторожно, смотри, они стреляют метко. А у меня аптечки все. Надо было тебе аптечек хоть дать. Андрюха, отступай. Ты убил его? Нет. Отступай, эти аптечек. Короче, я возле машины скину аптечек. И подожди, как я сел. О, блин. Ой, еще слева, Андрюха, слева. Так, уходим в дом. В дом, друг мой, в дом, сейчас лут закончится. Блин. Давай, я прикрою тебя. Я бегу. Беги, у меня лут. Да, я не могу, буквально. У меня уже все мочки сыпятся. С карманов, да? Зашел, нет? Да, тебе аптечка надо? Да, закрывай все двери. Садись, не стой, садись. Они через окна простреливают. Я пока посижу тут, подумаю, что делать дальше. Красавчик. Ага. А как пистолет-то обратно взял? О, взял, блядь. А что ты... Сейчас будет нормально. Ты застрял в двери, кстати. Да я уже давно ушел. Ты че? Такая дичь была сейчас, вообще жесть. Все, убил ты его? Да. Но он же был не один. Сзади, заходи. Блин, еще хочу пистолет. Сейчас найдем. Весь экшен у тебя. Что за фигня, блин? Дайте панку ствол, блин, он всех завалит. Панки пуль не боятся. От этого чувачка можно лутать. Так, все. Я залутал. О, мне даже уровень прокачали, прикольно.
Да-да-да, смотри, вот там вот ферма, я сейчас тебе попробую, тут же можно пальцем показать. Топ-пленный. Палец вверх, не, говно. Указывающий жест, во! Топ... Ферма там? А, взяли. Ну я понял. Пошли туда. Может там что-то есть, давай. Я какой-то топливный элемент нашел, я не знаю, что за фигня. А драться нельзя? Не, нельзя просто. Ну да, с на роботов в рукопашку, это, конечно, жесть. Футбольные ворота, почему только одни? Ну понятно. Такие... Чего не открывается? Чуть-чуть недофутбольные. Машину-то надо смотреть, может тут что полезное. Слава, я пошел в трактор. Текстиль какой-то нашел. Не знаю, что это текстиль, что он дает. Ну ткань, наверное, что-то шить там или ремонтировать шмотки, вероятно. Ну, возможно. Что полезного. А вон там что-то валяется. Возле твоей двери, возле правой двери там что-то... Нитки. Доза адреналина. Вот, хорошая штука. Наверное, видимо, подымать другого. Ну, буду доктором. Фанг-доктор. Блин, а чего у тебя пол задницы красные, пол черные? Ну, у меня такой костюм. Бляха-муха, бегаешь, как обкеканный чуть-чуть. Тихо, контакт. Подожди, посижу покакаю. Оставь свои страхи вот здесь, под березкой. И погнали. Слова? Где? Слова, присели? Блять, да я на путаю кнопки. Меня, меня заметили, походу. В нашу сторону бежит. Гаси его. О, блин, он за мной бежит. Гаси его. Загасил ты его? Да что ты такой быстрый? Успокойся, успокойся. Все, все, хорош. Какая-то маленькая хреновина за мной. Слава, хреновина маленькая. Гаси. Нет. Я застенчивую анимацию сделаю. Блин, а где он? Да гаси. У меня неловкость. А что это взорвалось? Фигня какая-то. Я тут пистолет ищу, а ты тут, блин, неловкость какую-то изображаешь. Нет, мне неловко, что у моего друга нет пистолета. Я патроны собираю, а оружия нету. Где мое оружие? О, к дробашу патроны, ништяк. Юмор, юмор твое оружие. Мое, да. Да блин, я опять... Слушай, я нашел накладные ногти зеленые. Ты прикинь? Че, серьезно? Ой, еще доза. Блин, я буду медиком безоружным. У меня уже вторая доза адреналина. Так, нам нужно где-то оружие тебе найти. Это что за борода? Так идите по дороге, чтобы найти безопасное место. О, безопасное место, типа как сейф-зона? Наверное, нам туда надо идти. Давай. А, метка в этом. Церковь, вот, церковь, смотри. Там будет дофига. Надо в церковь проникнуть как-то. Короче, давай, ну, я... Ты же бинокль, ты там взырь, давай займем позицию повыше. Ты как в Хантере. А, у меня метка появилась, слышишь? Я понимаю. Может, я на что-то, ни на что нажал? Подожди, стой, а бинокль, наверное, как-то надо в инвентарь закинуть, да? Я не знаю. А, поместить в ячейку, точно. Вот смотри, что говорят, помните, бой далеко не всегда является лучшим решением. То есть можно как-то и втихую проникнуть. Поместить в ячейку, семерочка. Ну пускай семерочка у меня будет, бинокль. Подожди, стой. Дай я посмотрю. Стой. Да когда я смотрю, куда-то поперся, я хочу посмотреть. Да в кусты сел спокойно, все нормально. О, робота. Три робота там вижу. Ну посмотри, может как-то можно втихую пробраться. Одного вижу я. Три робота там ходят, как минимум. Ну, подход к церкви видишь? Там какая-нибудь дверь открыта или что-то в этом духе, с какой стороны? Ну, там стороны? Дверь есть, но там возле этой двери три робота бегают. Ходят, точнее. Там одна дверь только. Ну, как? Давай через кустелямбы. Вон, что? Дальше кустелямбы видишь? Короче, вот ведь видишь, типа, взорванные стены, им надо как-то прятаться за ними и убегать. Можешь попробовать туда, я думаю, что может через кусты будет безопаснее, нет? А как мне убрать? А я не могу убрать бинокль, что ли? Буду с биноклем ходить? Я буду командиром. Командир панк. Так. Робот детектит. Он там сканирует, можно как-то пробежать. Я вообще думаю, сейчас пробегу за него, да и все. А, подожди, стой справа! К тебе идут, прямо к тебе идут, два робота. Ухожу. С другой стороны обойду. Блядь, сюда идет ко мне, блядь. Держись там. Он, по-моему, обходит твою калитку, нет? С левой стороны, с правой стороны. Блин, была небе... Блядь, их тут двое. Надо, короче, с другой стороны обходить.
Я какой-то странный звук слышу. Ну это робот. Металлический. Это они, похоже, да? Да, ходят. Блин, прямо возле меня. Так, Слава, смотри, тут больше шансов, и нет тут никого, можно проскочить, попытаться. Я даже забор вижу. О, тихо. Походу меня палит. Блин, меня палит. Он меня жестко палит. Желтая сиг... Не, нормально, все, не спалил. Отступай, потому что в прошлый раз они меня чуть-чуть заметили и начали чекать мою позицию. Ты сказал, что они ко мне идут. А ты, может, ты видишь, как я в бинокль смотрю? А, да. При этом ты на картонах гусиным шагом и с биноклем. Да. Так, смотри, вот тут справа, может быть, как-то можем проскочить. Ну, сейчас смотрю, там вон какие-то заборчик. Швеция 80-х. Самая интересная церковь называется Ибахольмен. Ну да. Так, тут что у нас? Ну, вроде бы чисто. Они сюда идут, Слава. Надо быстрее обходить. Они прям бегут сюда? О, у меня задание появилось. Все, я в церковь бегу, короче. Тут вроде бы чисто. Тут вход. А, хороший, блин, был пацан. Блядь, панк. Все, я в церковь захожу. Дверь открываю, убегаю. Все, я в церкви. Обучите церковь. Могло остаться что-нибудь интересное. Я, по-моему, я когда в пиратку играл... О, можно их отвлекать, кстати, радиоприемниками. По-моему, наверху там было какое-то оружие. Я в прошлый раз играл. О, тут верстак какой-то появился, прикольно, я ни разу не играл. О, можно шить одежду тут. Прикольно, блин, швейная машинка, блин. Так, я закрыл, чтобы нас не палили. Охренеть. О, что-то такое тут валяется. Текстиль какой-то, не знаю, что за фигня. Я радиоприемник стырил. О, я ружье нашел. И патроны к нему нашел. А на станции переработки, наверное, можно... Ага, видишь, если разбирать, например, пистолет, я получу клей, сталь и пластмассу. Мне вот интересно, почему все оружие ржавое? Магнитофон поместить в ячейку? Вот канонично, это уже не первая игра, в которой церковь, и в церкви находится дробовик. Та же Half-Life, там священник с дробовиком, еще дробовики, еще. Сколько в Far Cry такого говнеца было? В пятом, например, все там же. Ну да. Тут мусорная машина стоит, слушай, ее можно аккуратненько лутануть. Так, теперь нужно искать ферму. Машина с гудком. Ты убежал куда-то уже? На улице лутаюсь. Я нашел, слушай, 5 магнитофонов и баллон со взрывоопасным газом. Я подозреваю, что магнитофонами можно отвлекать внимание этих роботов. У меня такое подозрение. Вообще тут все похоже в духе 80-х. Кассетные все. Так, у нас проблема. Слава, у нас проблема сзади. Я понял. Я пытаюсь дробовик взять в руки. Я думаю, что тут воевать, наверное, не надо, ибо сбегутся же со всех округи. Ну, вообще, если мы будем с ними воевать, мы будем прокачиваться, и патроны можно у них там лутать. Ну, у дробовика очень мало патронов. Там потом более крутые монстры пойдут. Не монстры, а роботы. Так, ну пошли на ферму, пошли по метке. Пошли. Погодь. А их там не два случайно? Двое, смотри, там... И двое, да. Надо посмотреть бинокль. Подожди, у меня же бинокль есть. Давай. А что он там развед... метит территорию? Ну да, они как собаки метят. Короче... Сучки. Надо подкрасться сзади и бегают. Слава, палево. Еще не палят? Меня не палит никто. Меня вроде сильно оранжевым запалил. И бежит в мою сторону, смотри. Бля. Расчехляй. Короче, нафиг, пошли отсюда. Патронов мало. Бля, он палит меня. Блядь, спалил. Бля, сваливай, Андрюха. Они со всех сторон, вон возле машины еще один. Ой, бля, сваливай, Андрюха, сваливай. В лес сваливаем. Партизанить. Андрюха, сваливай. Блядь. Ты бегу. Это жесть какая-то. Mm-hmm.
Так, только не в ту сторону, там тоже есть метка. Давай постараться выше, выше, там как раз жить. Блять, дождь пошел, офигеть. Бля, я маслину поймал. Пацаны меня таранули. Да все, отсосались они. Ну все. Мы как крутые панки свалили. Это слово. Такая музыка, музычка играет прикольно. Да, еще это санина небесная. Блин, у меня ружье такое древнее. Такое ощущение, что если я стрельну, оно взорвется в руках. Они, походу, спят там. У них там это... Да, он ходит один. Ну, я кинул, ничего не сработало. Все. Ну, зло играет. Пошли гасить их. Они... О, блин, они... Они все сбежались туда. А чё ты убежал оттуда? Пошли гасить их. Или обойти с другой стороны. Ты вон... уверен? А, блин, а... сваливай. Давай, 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 чё, работаем. Где он, я его не вижу. С другой стороны. Это плохо. Чё ты с магнитофонами пихаль возьми, дура? Все, загасил тебя. В окне там что-то искрит, но он, ну, похоже, да, не угроза. Он, похоже, отвалился. Я его не вижу. Вылези, увидишь. Не отваливайся, только не отваливайся. Блин, а что-то их дофига там. А, сзади! Загасил. Хорош, хорош. Блин, 40 хелсов. Хавай аптечки. Патрон только к моему пистолету, дробаш вообще ничего. Так, с окна опять. Аптечку я не установил, блин, в слот. Так, мне кажется, надо валить, да? Да, я это отхожу. Мне надо аптечка. Где мои аптечки все? А вот. Блять, я упал с обрыва. Ячейку, шестерочка. Оживить, использовать дозу адреналина. О, я сам себя оживил, ты прикинь. О, прикольно. А ты что, сдох, что ли? Я упал с обрыва. Зашипись. Короче, сваливай. Я тебе сейчас помахаю. Давай, сваливай, сваливай. Не, подожди, я сдохну сейчас. Да прыгай, и тоже адреналин заюзаешь. Е-клавиши, тебе напишут. Блять. Давай я тебя подниму. Подожди, оживить, использовать дозу адреналина. А ты меня оживляешь? Я не оживлял, вот ты сам себя оживил. А, понятно. Блин, 20 хилсов, охереть. Какое говно. Блин, говно не то слово, пошли. Нам в другую сторону вообще идти. Там, блин, не пройти, там дофига их. Те патроны как? Дофига тебе патронов? Да хватает там еще, наверное, с полсотни. Нифига себе. С полсотни? Угу. Пошли на ферму, там, блин, 100% будет что-нибудь. Может, что музыку еще послушаем, но нафиг. Надо кидать эти гребаные магнитофоны. Я один бросил. Они сбежались. Это надо обходить их. Это не то, что мы там... Ну, правильно. Было задумано, что мы отвлекаем их внимание и обходим. А мы отвлекли их, собрали в одну кучу и начали расстреливать. И один с обрыва упал. Второй за ним, блин. Тихо. Да бинокль, где бинокль? Вот мой бинокль. Бросай на дорогу. Это же не добросил. А, тут я бегал. Ты чё, музло? Нахрена ты музло включил? Тихо-тихо, стесняешь, что надо сделать. Блять, сзади, сзади. Нифига себе. О, блин, это штучка. Летающая фигня это. Отлично.
Все, обыщите ферму. Еще сзади кто-то. Могут прятаться люди. На дороге там какая-то Черт. Метка у меня. Жив, здоров? Да. Три пули осталось. Опять бой начался. Или это все тот же? Запоздавшая метка. Бой все. Выигран. Отлично. Картечные патроны мы потом на больших машин. Прикольно, ты бинокль смотришь. Угу. Вон два здоровых. Там, где эвакуатор. От эвакуатора вперед, от его кабины. Не знаю, метров может быть 150, где-то так. Два чувака ходят. Но они как-то так с листьями сливаются. Так что... Прямо по дороге ходят, по асфальту. Да. Давай вот здесь, на лужайке, я поставлю баллоны. Вон, типа, где-то здесь. И музыку кинем. Да, да, только да. Ты вот ты же хотел только... повернуть. Раз, два, А нафига ты столько ставишь? А чтоб веселее было. Ты готов? Кидай музыку. Они услышат? Думаю, услышат. Но... Он уже бежит. Смотри, посмотри, как бегут, Слава. Посмотри, как бегут. Прикольно. Ты готов, если что, стрелять? Да. Сейчас что-то будет. Либо будет весело, либо не очень. Блин, а музыка закончилась. Музыка зак... Еще кидай. Еще кидай. О, бегут. Бегут, бегут, бегут. Блин, быстро. Красота, красота. А где там второй-то? Там еще один. Блин, и мелкие бегут. Куча мелких. Большой сюда бежит. Слава, 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 слава. Что-то пошло не так, друг мой. Мелкие бегут сюда. Мелких много. Давай, давай, на поляне их хоть видно? Я их не вижу. А, вижу его. Минус. Угу. Да я с тобой, я их просто сбоку расставил. Сзади. Сзади. Все? Тут, погоди, что-то мелкое тут жужжит. Мелких. Нет? Ты, мелких мочи с пистолетом, что дед дробаш не будет. Все, бой выигран, написано мне. Отлично. Круто. Это мой. Было эпично, да, ну, да, да, да. 44-й магнум. У нас пока нет, но патроны заберу. Вот верстак. Какие-то велосипеды нарисованы или что? Слушай. Велосипед можно скрафтить. Велосипед можно скрафтить. Его тупо вызвать можно, а ну погоди. Что за говно, а? Слава, сейчас будет усы. Я могу еще анимацию сделать? Тихо-тихо. Прикольно, я хочу тоже велосипед. А что он сделал? Потом просто вызвать можно. Давай. Цукел. Универсальный велосипед шведского производства отличается надежностью и довольно высокой скоростью на равнинной местности. Модель небесного голубого цвета. Ёпта. Панки на велосипедах. Погнали, ёпта. Что там за оружие? Точно на этой фирме? Выстрел, выстрел нажимай. Нифига себе, 20 км в час я езжу, блин. Я, блин, у себя на велике, блин, еле 15 км в час развивать, блин, 20. Охренеть. Попробуй в стену врезаться, это эпично. Я боюсь, что сдохну. Я же не сдох, ты просто отвалишься. Зашибись. Давай навстречу друг другу, я. Давай, давай. Что за дичь, блин? Не забудь в колокольчик позвонить. Выстрел. Так слышишь, можно классно сваливать от робота вот этих. Блин. Я попробую, если хочешь. Как школьники какие-то, блядь. Нахера кого-то убивать, да? Сейчас, сейчас. Паркур, паркур, Слава, паркур! Да, блядь, завис, блин. Да по грязи на этой фигне, блин, не проедешь. Поехали это
Надо тут еще полутать. Мне кажется, что мы что-то не нашли. Охренеть. Что-то музыка началась, слава. О, меня кто-то палит. С леса там меня палил кто-то. Возле эвакуатора я, короче. Вижу, я тут. Облутаю эвакуатор. Значит, короче, когда есть рядом враги, начинается музыка. Нормально, хороший ориентир. Что-то я нашел, я не знаю, что фигню какую-то. Короче, у меня фигни какой-то дофига, можно что-то тут крафтить. А что ты... Ну, можно. Там мой велосипед-то куляется. Блять, я велосипед, наверное, не сяду. А сядешь. А слышишь, народ, а вдвоем на велосипед можно сесть? Ты где вообще? Вот. Подожди, стой. Да стой. Я ничего не делал, ты меня толкаешь. А, это я тебя толкаю? Да, тут такая дичь происходит. А я не могу свой велосипед сесть. Ёб твою бить, как ты меня сбил. Подожди, велосипед свой не могу сесть. Что это за херня, блядь? О, все, поехали. Не знаю. Велосипед просто под машину застрял, я решил... Я даже это комментировать не хочу. Ты меня висел в воздухе, оружие рядом висело. Слышь, на дыбы нельзя встать? Не, похоже, нельзя. Нельзя ускориться никак. Ты все равно быстрее, даже на велике. Ну я ж панк. Ой-ой-ой, я передумал. Что машина? Что там впереди? Там... Блять! Что это за херня, блять? Подожди, стой. О, слышь, машину-то можно лутать, оказывается. Нифига себе. О, бля, они сюда бегут. Я, короче, поехал. Ты был хорошим другом. Подожди, стой. Блин, они сюда бегут. Блин, далеко. Там еще, по-моему. Ну не? Да, бой не закончился. Да. Это этот еще не отвалился. Все, отвалился? Да нет, там какой-то синий фон... А, все. Все, да. Все. Ну, вот. Где-то там что-то взорвалось. О, получено очко навыка у меня. Ты что, прокачиваться можно? О, патроны какие-то. Да, там ветка охренеть какая.